Сейчас тротуары, подход подъездом, полотно основное, парковочное пространство, контейнерные площадки. Одним словом, комплексное благоустройство двора стартовало в мае, сейчас в самом разгаре. Подрядчик готовит так называемую подушку из песка и щебня, на которую в будущем ляжет гладкий и ровный асфальт. Работают слаженно, но вопросы по качеству у жителей возникали. Было много замечаний к качеству выкладки бордюров. В общем, переделывают. Ну, это уже подрядчик переделывает. Да, они что сделали, не так переделывают. Технадзор дает замечания, они разбирают, заново собирают. Сдвинули срок завершения ливневой осадки. Теперь предстоит силы нарастить, темп ускорить, чтобы в первой половине июля двор заиграл новыми красками. Когда заканчиваем здесь? Ну, я думаю, недели две еще. Нормативный срок 30-го. Угу. Подрядчик здесь? Да. Все зависит от дождя, я бы так сказала. Дожди были, останавливали работу. Ну, там, мы задержались. Через дорогу от жилых корпусов меняет свой вид и электроподстанция. Здесь появятся резервные линии, а напряжение вырастет с 6 до 10 киловольт. Что позволит город перевести на другой уровень без перекопки всего города. Угу. Мы фактически сможем обеспечить должную мощность потребителям, застроек достаточно много. Монтаж завершен, впереди пусконаладка. В июле планируется включить питающий центр и начать благоустройство. Подстанцию обнесут новым забором. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».